С долгом за коммуналку по налогам или алиментам далеко не уедешь. На Волоколамском шоссе искали неплательщиков. Судебные приставы, инспекторы ГИБДД провели совместную проверку. Конечно же, понимая, что только в функционале сотрудников полиции есть возможность остановить транспортное средство, и первичное общение происходит именно с сотрудником ГИБДД. Поэтому мы сегодня выполняем именно эту функцию. Водительские права или паспорт – все, что нужно, чтобы проверить наличие долга. В мобильном приложении сотрудники ФССП моментально узнают всю информацию о задолженности. В случае обнаружения больших долгов будут производиться аресты и транспортного средства. Непосредственно предупреждение, если это незначительные долги, там в размере 500-200 рублей, будет вынесено предупреждение о том, чтобы предупредить гражданина, чтобы он оплатил данный долг. Пойти пешком после такой проверки водитель может, если в базе федеральной службы за ним числится долг свыше 30 тысяч рублей. Для неплательщиков алиментов планка еще ниже – от 10 тысяч. Впрочем, на этот раз все, кого остановили в ходе рейда, отделались лишь предупреждением. Долги были незначительными.